Доктор, кто у меня там, а? Ну, судя по яйцам и члену, это либо феминистка, либо будущий призывник. Неплохое начало, не правда ли? Ну ладно, ближе к делу. Как мы знаем, существует всего два действенных способа откосить от армии. Первый способ – можно сломать систему и отправить повестку военкому назад. Второй способ – гораздо более действенный. Для этого необходимо во время весеннего призыва залезть на дерево и, притворившись мартовским котом, орать на весь двор. Поверьте, друзья мои, я проверял это на собственной шкуре, но однако здесь есть важный нюанс. Нужно вовремя сделать ноги от санитаров. Но сейчас, мои мальчики, нас волнует немножечко другой вопрос. Где прятаться от армии, если все-таки настал пиздец? Как мне кажется, вариантов не так-то и много. Первый вариант – это скрываться на даче до тех пор, пока не вернутся ее настоящие хозяева. Времяпровождение там достаточно скучное, но есть и плюсы. Можно поиграть в карты с котом на еду, которого оставили одного на всю зиму. Второй вариант – это залечь на дно. Например, отсидеть срок в тюрьме. Для этого вам необходимо всего лишь не заплатить налоги на то, чем вы даже не пользуетесь. Например, мой сосед, живущий на первом этаже, решил перестать платить за лифт. Так в итоге его посадили на 10 лет, а когда он вышел, то оказалось, что лифта-то и не было. Просто в налоговой перепутали дома. Вот такая вот ирония. Третий вариант – это покончить с жизнью. Но не для того, чтобы убиться, а для того, чтобы попасть в ад. Когда срок призывного возраста истечет, необходимо будет позвонить мужику из фильма «Константин». Я просто не помню, как его зовут. И попросить вернуть его вас обратно на землю, если, конечно, вы этого захотите. Но обязательно убедитесь, что ваш мобильный оператор будет ловить связь на столь низкой глубине. Ну а теперь загадка. Если б не было бы члена, не дала бы тогда мне Лена. Но у Лены есть свой член, забирает мужиков всех в плен, чтобы их всю ночь вертеть, а на утро головой болеть. Что ж за гоблин или мутант наша Лена? Ответы присылайте мне в ЛС с номером вашей банковской карты и паролем к ней. Ответы не принимаются, если на карточках меньше 10 000 рублей.